Привести в порядок излюбленные места города не помешал даже дождь. Сотни самарцев вышли на общегородской субботник. Убирались в том числе и в парке Щорса. Вооружившись необходимым инвентарем, присоединилась и глава города Елена Лапушкина. То, что люди сплотились и вышли, это замечательно, несмотря на погоду. Меня очень радует, что у людей есть общее желание приводить город в порядок. Конечно, это радует, конечно, это важно, конечно, это нужно городу. Если мы будем любить город, то и город будет любить нас. Вместе с тем приводили в порядок общественные территории депутаты, активные жители Самары и сотрудники администрации внутригородских районов. Сплоченными группами красили ограждения и собирали сухую листву. В парке важно убираться, потому что здесь отдыхает население, здесь играют наши дети. Здесь они проводят свое время. Хочется, чтобы они запомнили его всегда чистым, ухоженным, убранным. Ну и человек, который сюда пришел убраться, наверное, в следующий раз подумает, мусорить ему или нет. Кроме того, парк Щорса попал в шорт-лист рейтингового голосования федеральной программы формирования комфортной городской среды. Пространство могут благоустроить уже в следующем году. Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек, декоративных уличных светильников, ремонт газонов. А для проведения массового досуга соорудят открытую летнюю сцену. На будущее парка повлияют жители Самары. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру. Мария Ильчан, Василий Колдашов. События.